В Бобруйске задержали дилеров психотропов. Первого подозреваемого, 19-летнего витебчанина, сотрудники областного наркоконтроля взяли в июне. Парень попался с поличным, хотел забрать из тайника 42 грамма альфа-ПВП. Через месяц в поле зрения оперативников попал еще один молодой человек. Стражи порядка выяснили, оба задержанных работали в интернет-магазине по сбыту наркотиков. Забирали товар у поставщика и делали закладки по всей Могилевской области. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты арестованы.